Степа, ну, ты сам сошел. Давай, давай. Что такое? О, защитница, защитница. Защитница. Ты же сам бегать пошел. Давай, давай. Ползем, 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 приползли. Ну, пошли, пошли, давай. Все? Пошли на улицу. Пошли гулять на улицу. Вот что. Молодцы, Степашки. Ой, сирена, пошли погулять, да? Иди. Люся, 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 Люся. Правильно, увидела. О, смотри, они где-то пешком гуляют, а мы сейчас с тобой поедем угощать Жик. О, так, неудобно, Люся. Улить. Смотри, орехи. Поехали искать. Где? Недалеко ушли. Люсь. Что? Нет? Смотри, папа ждет. Что? 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 Нет! Нет! Вот так вот. Мы... Вы нас бросили, вдвоем ушли. Так что она теперь у меня на голове сидит, а не у тебя. А вы, Люсечка, скажи, да, гуляйте. Люся, мы не будем их? Правильно, мы их бросили. Орехи у нас с тобой. У нас с тобой. Самокат у нас. У нас. Ой, смотри, как твои родичи ждут. Ой-ой-ой-ой. Что, 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 что? Всегда одна и та же реакция. Раз, сразу. Что, и сейчас к папе нет? Люсь. Я говорю, всегда одна и та же реакция, ты понимаешь? Пойдешь, нет? Пойдет, там спокойней. И Степка-то... Оу! Так, я Люську помыла перед... О! Люся, Люся, о, о! О, 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 о! Что? Нет, нет, нет. Садитесь. Глянь, попа-то висит. Поднимай, поднимай. Повыше, скажи, садитесь. Поехали, кормить, скажи, мы все помыли. Все. Все, переодели в тепленькое. Ой, обняла, обняла. Сестра брата обняла. А то что за люди, которым кажется? Прямо души. Да, Люсь? А ну, одевай кипюшон. Дай на тебя посмотрю. Тик. Степа, я шелухой всего. Так, а мы не поедем? Давай, может, сначала поедем Джоника? Оба, оба ждут. Чего ты пищишь? Уже увидел вкусняшку. Да, спускайся. Спускайся. Все, вожак сел. Ну тут не такой грузный вожак. И кое тут, как тут, а нам, а нам. Люся, не охотимся. Люся. То есть тебе тоже надо, да? Оп, оп. А кто тебе там глазки строит, понимаешь? Там перекрыли. Там перекрыли, будут убирать вечерняя убойка. Кормежка, кормежка. Оп, оп. Там все побежали туда. Здесь вкуснее, здесь орехи. Ну, мне Люськина реакция дается. Ну, подожди, 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 папа, подожди, 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 я еще не сходила. Все, поехали. Давай к Джонику.
Ну, как она внимательно смотрела. Ой, звезда пленительного счастья. Ну да, это у всех ужином фрукты раздавали. Хайза сидит сверху, кушает. Джонни! О, у Джонника полно. Джонни! Джонни! Скажи, полно, не полно? Дайте. Да? Иди. Иди, орешки, Джонни. Алюська за каждым орехом смотрит. Потом покушает. Вот. Давай, я тебе еще дам. Иди сюда, иди. Иди, мой мальчик. Мама, мама. Ну что, вот так вкуснее будет, что ли? Нет, он просто пообщаться, да, скажи? А пообщаться? Ага. Мама. Ева. Ну, мне нравится реакция Люси. Спокойно. А Степка вообще спокойный. Степка там вообще, ну, только скажи, мне ничего не видно. Скажи, папа, я спокойный, но мне как-то все плохо видно. Ой, наши. Красивые. Да. Ты там нам рожать не собираешься, Пеппа? Что-то ты поправилась сильно. Тихо, спокойно, сегодня был ветер. Опа. Не, Рейси тоже. Что Рейсям на Люсю наплевать, что Люси на них. Реакция такая же. Паровозик. Оп, оп, оп. Ягуары. Волки. Линька. У волков. Вы посмотрите, день состоялся, друзья. О, их сюда перегнали. Там убирать сейчас будут. День состоялся, чистота везде идеальная. Посмотрите, вот между рядами даже. Все процапано, все сделано. Алло, семья. У. У. Так. Красота. Люся такая, папа. Опа. А что, смотри, чужой вольер, и он им разрешает. Сразу. Посмотри, новый вольер. Ни один, ни второй. Тот не может понять, этот. Это же уже молодой, ты понимаешь? Этот крадется. А те не могут понять. Но можно, получается, всем. Ты посмотри. Что такое вообще? А Люська как? Это мы удачно так зашли. Смотри, со Степой. Аккуратненько. Надо его чуть повыше ладить. Конечно, еще повыше, на грудь. Не, дай его мне. Ты глянь, вторая ада. Да. Да никто у тебя не берет ничего. Нормальная ты? Ты думаешь, если тебя подпустили? Да, им и тут, посмотри, они все и тут. Тут им накидывать. Чтобы не по всему вольеру убирать. Не повезло. Ну, достанется завтра медведям то, что не съели. Говорю, Витя, не повезло. Только там орехов кучу насыпали. А, я тут у них. Ну да, я же говорю, что завтра съедят медведи. Ну тут ужин перегорой, яблоки, сухари, орехи, яйца. Оп. Ладенька, ты видел, как раздавливает большие яйца? Большие яйца как раздавливает. Не так, как маленькие. Жх. Так, а как тут? Посмотри, пускает молодых самцов, потому что основная еда там.
Ой. Шо ж ты столько, лянь, за обе щеки. Вот это уже, смотри, это все молодые самцы как выросли. Так. Пришел главарь. Ну, смотри, молча тоже. Посмотрел, яблочко взял. Степка не стал у меня сидеть. Выбирают. Да всем хватит. Целый огромный пакет. Мишки, давай там, да. Люся такая, какой Мишка. На. Это Мишка проснулся, да? Да. Давай этому и тому. А Люся такая на родню смотрит. Я сейчас скажи, не поняла. Мы родне привезли или куда? Только ты тому тоже оставь. Да? Скажи, какие мишки? Вы же не собираетесь еще от мишек кого-то взять? Ну, так не торопясь. Пошли. Покоим им этого светлого. А, он уже тоже сидит, ждет орехов. Да? Давай. Вам подписчики присылают целую кучу. Люся такая, раз. Скажи, папа, ты не все, я надеюсь, отдал? Мне хоть маленький оставил? Ну, возьми. Держу Степу. Мишка-пылесос. Люся, подожди, я самый крупный, скажи, возьму. Да? Помощник. Слушай, нормально, это платье уже по пояс. Смотри, как лежит. Какая лева. Степа. Держу снизу. Там кто-то просил передать Мишке, дать побольше. Дали. Люся, смотри, добылась, базаривают. Люсь. Все. Так, держи, давай Степку, а я возьму пакет.